Нурлан Нигматуллин вновь избран спикером Мажилиса. В ходе тайного голосования кандидатуру Нурлана Нигматуллина депутаты Мажилиса поддержали единогласно. Прежде всего, разрешите мне выразить слова искренней благодарности за то доверие, которое вы мне оказали сегодня, вновь избрав меня председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан. Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего перед Ельбасом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, перед главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед казахстанским обществом. И я, безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие.